привезли вот такой вот генератор на 7,5 якобы киловатт. Не заводится. Аккумулятор ушатали, разрядили, можно сказать, в ноль. Бензин идет, проверил карбюратор. Жиклеры чистые, все чисто, но не заводится. Здесь вот такая вот картина, друзья. Прямо вот сходу. Ее точно не вскрывали, судя по всему. Коромысло стоит взбок. Снял, друзья, вот сам пускач, буду его так называть, для удобства, чтобы выставить в МТ. Вот. Ну, все как всегда. Ставим сюда отверточку, да, ищем, где там поршень упираем. Ну и, соответственно, здесь я уже подвожу верхнюю мертвую точку и смотрю зазор. Все, подведено. Смотрим здесь. Ну, сейчас щуп возьму. Значит, впускной со стороны карбюратора, выпускной со стороны глушителя. Кто не знает. Вот. Впускной 0,15, выпускной 0,20. Ну, здесь о зазоре даже и речи быть не может ни о каком. Зазор на данный момент составляет мизинец. Все, друзья, выставил зазорчик, как я говорил, затянул. Сейчас собираю и пробую его завести. Так, ну что, как говорится, момент истины. Поставил обратно аккумулятор. Аккумулятор дохлый, ну не знаю, поможет, не поможет. Если что, он с пускача попробую завести. Не знаю, потянет, нет, ну попробуем. Так, все работает. Вывесил, короче, ну, на другую сторону для удобства. Вывесил 90 килограмм. Вот, ну, это цепи не оттаривал. Как и говорил, под сотню. Так это еще бак пустой. Третий контрольный. Ну, аккум, конечно, нужно либо зарядить, либо поменять. Еще разок подсос с полтычка. Работает как часики.